Но я вам покажу, как можно завязать подвижной узел. Значит, укладываем вот таким образом. Шнурный. Берем один и обкручиваем назад, как рычажок. И в петлю. Теперь то же самое делаем с этим шнурком. Обкручиваем, но назад. И вот в эту петлю вставляем хвостик. Вот таким образом можно завязать. И он двигается. Можно сюда, только не затягивайте сильно. А можно пошире сделать. И теперь на это украшение мы будем делать украшение, вывязывать. Извините за тавтологию. Вот. Можно связать цветочки. Вот таким образом. Вот, допустим, здесь можно цветочки большие связать вот сюда, на это место. Можно маленькие сюда. Можно бабочки связать, баттерфляй, вот сюда поставить их, прикрепить. Можно связать одним цветом все это. Можно связать контрастными. В общем, здесь фантазия безграничная. Я вам покажу свой вариант, а вы уже что-то возьмете мое, что-то свое придумаете. Это фантазируйте. Делаем скользящую петлю. Вывязываем одну воздушную. И в это кольцо вывязываем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. То есть мы с вами связали одну воздушную петлю и должны еще связать 15 столбиков без накида. В итоге мы должны получить 16 столбиков без накида. Итак, вяжем самостоятельно, чтобы у вас получилось в кольце 16 столбиков без накида. Вот я обвязала колечко 16 столбиками без накида в общей сложности. Кольцо сильно не затягивайте, оно вам еще в дальнейшем пригодится. И вот сюда вверх соединяем. Соединительной петлей. Дальше вывязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3, которые нам заменят столбик с одним накидом. И 3 воздушные петли будут пико. 1, 2, 3. В четвертую петлю по счету 1, 2, 3, 4 вводим крючок. И провязываем соединение. Получили пико.
Затем вывязываем одну воздушную и в эту же петлю вывязываем еще один столбик с одним накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. Вяжем пико. 1 воздушная. Накид. И сюда же 3-й столбик с одним накидом. Три воздушные петли. 1, 2, 3. Вывязываем пико. 1 воздушная петля. Накид. И под следующую петлю вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вяжем пико. 1 воздушная. Накид. Опять сюда же, под эту петлю, еще один столбик с накидом. 1, 2, 3. Вяжем пико. 1 воздушная. Еще один столбик сюда. 1, 2, 3. Вяжем пико. 1 воздушная. Под следующую петлю тоже вяжем 3 столбика с пико. 1, 2, 3. Пико воздушное. Сюда же, в это отверстие, вяжем еще один столбик с накидом. 1, 2, 3. Пико воздушная. И еще один столбик с накидом. 1, 2, 3. Пико и воздушная. И так под каждую петлю вяжем по 3 столбика с накидом и над ними пико. Значит, дальше вяжите самостоятельно. Вот довязываю я до конца. Связала пико, одну воздушную. И вот под пико, вот под пико, соединяемся. Соединительной петлей. Всю ниточку можно отрезать. Это у нас получилась серединка. Потом мы стянем, пока не надо. Этот цветок можно продолжать было бы этим же цветом. Но я решила взять другой цвет нити. То есть, само колье у меня такого цвета. Можно вязать, значит, такого же цвета. А я серединку сделал, буду делать таким, а обвязывать другим цветом. Так, вот мы на изнаночной стороне. Вот столбик без накида. За него цепляемся. Провязываем. 1, 2.
три. Вот почему я говорила не стягивать, чтобы было видно хорошо. Два столбика мы с вами пропустим. То есть один, два. И вот только под третий, вот под этот, будем вязать. Вот сюда. Вот под этот столбик. Провяжем столбик без накида. Один, два, три. Два столбика пропустим. Вот один, второй. И вот третий. Под третий будем вязать. Столбик без накида. Вот. И так вы провяжите вот такие арки из трех воздушных петель. И у вас их должно быть 5 штук. Вот довязываю я последнюю арку. Связала 3 воздушные петли и сюда же под столбик, откуда мы начинали вязание, соединительной петлей соединяю. И у нас с вами получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 арок. Так, в первую арку вяжем полустолбик, теперь в эту арку вывязываем 4 столбика с 3 накидами, 1, 2, 3. Один, два, три. Один, два, три. Это будет третий. Один, два, три. Четвертый. И еще один столбик с 3 накидами, 5. Один, два, три. Но над ним вывязываем пику. 1, 2, 3. И опять вяжем 4 столбика с 3 накидами. Один, два, три, четыре. И сюда в арку вяжем полустолбик.
Вот такой лепесток у вас должен получиться. Давайте еще один свяжем. В следующую арку переходим. Полустолбик. Столбик с тремя накидами. Один. Два. Три. Четыре. Вывязываем пятый столбик с тремя накидами. И над ним вывязываем пико. Один, два, три. И в эту же арку вывязываем 4 столбика с тремя накидами. Один. Два. Три. Четыре. И в эту же арку вывязываем полустолбик. И переходим сразу в следующую арку. Вывязываем полустолбик. Вот и все. Вот такие лепестки должны получиться. Значит, у вас их должно быть 5. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжите самостоятельно. Итак, связала я 5 лепестков. Вот 1, 2, 3, 4 и вот 5. И теперь мы должны соединить в полустолбик первого лепестка соединительной петлей. Теперь на обратной стороне мы должны с вами перейти так, вот сюда. Значит, вывязываем одну воздушную Вывязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И прикрепляемся к следующему столбику предыдущего ряда. Столбик без накида. Вот здесь он соединительной петлей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И прикрепляемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. И так у вас должно получиться тоже 5 арок. Прикрепляйтесь. И последняя арка прикрепится вот сюда же. Вот заканчиваю я последнюю арку. Значит, вот
Здесь же мы прикрепимся. Соединительной петлей. В итоге у нас опять получилось 5 арок. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, полустолбик в первую арку. Столбик с накидом. Столбик с двумя накидами. И 13 столбиков с тремя накидами. Значит, вот этих столбиков с тремя накидами в арку мы должны провязать 13 штук. Вот у нас один столбик с тремя накидами. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот 13 столбиков вы самостоятельно в арку провяжите. Ну вот, связала я 13 столбиков с тремя накидами. Теперь в эту арку вывязываем столбик с двумя накидами. Вывязываем столбик с одним накидом. И сюда же вывязываем полустолбик. И переходим в следующую арку. Полустолбик. Столбик с одним накидом. Столбик с двумя накидами. И 13 столбиков с тремя накидами. Вот, и так вы должны обвязать все 5 лепестков по кругу. Значит, это 13 столбиков с тремя накидами. Дальше вяжите самостоятельно. Обвязала я последнюю арку и соединяем в самый низ практически. И теперь мы петлями перехода должны дойти до первого столбика с тремя накидами. Это у нас был полустолбик. Затем столбик. Затем столбик с двумя накидами. И вот сюда мы должны попасть. И мы пойдем петлями перехода, то есть соединительными петлями. Так, 1, 2, 3. Вот в этот столбик мы должны попасть. Первый столбик с тремя накидами. Теперь
вывязываем 1, 2, 3, 3 воздушные петли, которые заменят нам столбик с одним накидом, и 3 воздушные петли арка, 1, 2, 3, в четвертую петлю вывязываем соединительную, вывязываем одну воздушную, и над каждым столбиком, у нас их 13 с тремя накидами, вывязываем столбик с накидом и пико. Вводите крючок вот под петлю и прям в столбик. Столбик с накидом, 1, 2, 3. Пико, одна воздушная петля вот сюда, прям в столбик, столбик с накидом, 3 воздушки, 1, 2, 3, пико, воздушная петля, накид, столбик. Вяжем столбик. 1, 2, 3. Пико. Одна воздушная петля. И таких столбиков у нас должно быть тоже 13. По количеству столбиков с тремя накидами. То есть столбик, который с двумя накидами, мы не трогаем. Значит, вы провяжите 13 столбиков, и дальше я вам буду показывать. Значит, вот я связала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот закончила 13-й. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вывязываем пико. Но теперь воздушку тут не делаем. И сразу переходим к следующему лепестку, к столбику с тремя накидами. Смотрим. Так, это у нас полустолбик был. Это столбик с накидом, это с двумя накидами. Вот в этот столбик вывязываем столбик с накидом и пико. 1, 2, 3. Так, пико. Теперь мы делаем воздушку и опять продолжаем вывязывать столбики с накидом и пико. 1, 2, 3, пико и одна воздушная. Все. Значит, по каждому лепестку у вас должно быть по 13 столбиков и пико. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И здесь на всех лепестках должно быть тоже по 13. Ну вот, обвязала я последний лепесток. И теперь мы соединяем под пико первого лепестка. Соединяйте так, чтобы петля не вытянулась. Так. Теперь нитку обрезаем. Вытягиваем, закрепим. И вот только теперь на обратной стороне можно стянуть
Стягивайте аккуратно, чтобы не порвать нитку. Вот. Ну и здесь вы эти хвостики уберете. Можете оставить и ими пришить. Ну, вот такой цветок у нас с вами получается. Вот тут 5 лепестков. Эти все изогнуты. Вот такой у меня получился. Вы можете вязать любой. И вот этот большой цветок мы крепим вот на это место, на соединение. Прикрепляем. Вот как раз этими нитками можно и закрепить. Вот так будет. Значит, дальше вы свяжите второй такой же вот на это место. Почему надо два? Если вы свяжете один только цветок, у вас все колье будет тянуть вот сюда под тяжестью. Поэтому вам нужно сбалансировать, то есть связать еще один вот на это место. Как я уже сказала, бежите любые цветы, которые вам понравятся. Теперь мы с вами свяжем маленький цветок. Значит, нитку оставьте подлиннее, чтобы можно было его пришить. Делаем скользящую петлю. Вывязываем одну воздушную. И в кольцо вывязываем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь затяните, только не очень сильно. И вот под первые, под самую первую петлю вводим крючок и соединительной петлей соединяем. Вывязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эту петлю придержите. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 и даже 14. Но опять же, в зависимости от того, у кого какие петли, может меньше влезть. А 15-ю вот отсюда возьмем. Из того же места, откуда мы делали набор. 15.
делаем накид, придерживаем все витки, легко держим, не зажимаем, слегка. И нитку протягиваем. Вот здесь у нас одна петля спряталась. Значит, в следующую вяжем столбик без накида. Опять вывязываем 6 воздушек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15-ю набираем из того места, откуда мы делали набор петель. Накид слегка придерживаем и вытягиваем. Одну петлю пропускаем, под следующую вяжем столбик без накида. Итак, у вас должно получиться 5 лепестков. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжите самостоятельно. Ну вот такой цветок у нас с вами должен получиться. И таких цветков вы свяжите столько, сколько вам понадобится. Если у вас не получится связать такой цветок, вяжите любой другой. Фантазируйте. Теперь я вам покажу, как я вяжу листик. Вы уже определитесь, будете так вязать или по-другому. Значит, делаем скользящую петлю. И вывязываем еще одну воздушную. В кольцо вывязываем полустолбик. Столбик с одним накидом. Два столбика с двумя накидами. Один. Два. Вывязываем столбик с тремя накидами. Один, два, три. И вывязываем еще один столбик с тремя накидами. Один, два, три. Но над этим столбиком вывязываем пико. Один, два, три. Вывязываем столбик с тремя накидами.
Два столбика с двумя накидами. Один, второй. Столбик с одним накидом. И полустолбик. Все. Теперь затягиваем нитку. И вот такой листик у нас получается. Это можно обрезать. Вот. И таких листиков вы тоже свяжете столько, сколько вам потребуется. Закончила я вязать. Что теперь лучше сделать? Вот эту часть лучше всего накрахмалить. Это мое мнение. Но там вы уж сами разберетесь. Теперь, как украшать? Вот у меня два цветка. Можно их положить вот сюда. Пришить. Так. Один можно расположить маленький здесь. Таким образом. Я даю варианты, у вас их может быть великое множество. Не знаю, сюда нужны они или нет, это уже ваше мнение. Вот можно вот сюда по одному прикрепить. Можно только один здесь. Вот. Можно куда-то листики ставить при желании. Ну, это уже, я не знаю, уже вот, может быть, здесь где-то выше маленького. Поскольку листики маленькие, значит, к маленьким цветкам можно их поставить, прикрепить. Вот так. Или один сюда, другой сюда. Вот таким образом можно сделать. Ну, я говорю, тут вариантов много. Можно сделать, допустим, вот таким образом. Большой цветок по центру. Маленькие сюда. Вот так. А дальше нужно вот пару листиков с одной и с другой стороны. Вот, допустим, здесь листик. А этот пойдет сюда листик. Вот таким образом. Один у вас вверх пойдет, другой вниз. Вот так. В общем, фантазируйте, располагайте, как вам понравится. Ну вот у меня сомнения по поводу вот этих закруглений, скруглений. Может быть, надо накрахмалить вот эту часть. Ну, смотрите сами. Ну вот и довязали мы с вами колье. Как я уже ранее говорила, располагать цветы можно по-разному и связать разные, какие вам понравятся.
Еще раз скажу о том, что вот эту часть лучше всего накрахмалить. Шнуры не крахмальте, а накрахмальте только вот эту часть. Надеюсь, кому-то мое видео пригодится. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.